это вообще за машина такая? Не уверен, но похоже, она использует мороженое! Мороженое, мороженое! Нам всем нужно мороженое! Что ж, недолго осталось, потому что оно все здесь у меня! Хе-хе-хе! Используя леденящую энергию, я смогу с помощью этой гениальной погодной установки устроить вечную зиму на всей планете! И тогда все будет под моим контролем! Мы должны остановить его, пока он не избавился от лета навсегда! И пока он не израсходовал все это вкусное мороженое! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! У-ху! Ха-ха, Не с места, Ромео! Мы знаем, что ты задумал! Ты запоздал, Кэтбой! Всего через несколько минут моя машина достигнет полной мощности! И когда это случится... Что ж, тебе лучше запастись шапкой потеплее! Совиный взгляд! Там труба с отверстием! Если мы ее заткнем, это может отключить машину! Предоставь это мне! Шары! Думаешь, ты сможешь сломать мою машину этими мягкими шарами? Попался! О! Хорошая попытка, Кэтбой! Обратное всасывание! О! Совиные крылья! Почему бы нам не превратить эти шары в снежки? Ящерки из ящика! Берегись! Твои жалкие попытки меня остановить! Да, жалкие! Запуск зимнего вихря! У нас мало времени! Мы должны его остановить, прежде чем этот вихрь распространится по всей Земле! Погодите! Этот светящийся кристалл, кажется, использует леденящую энергию мороженого! Если получится его сбить, мы сможем остановить машину! Нужно только найти способ отвлечь Ромео! Настал мой звездный час! Супер-камуфляж Гекко! Эй, Ромео! Я здесь! Ух ты! Что же, ты не... Замри! Один, два, три... Пуск! Что? Нет! Что ты сделал с моей прекрасной машиной? Я вам еще покажу! Герои в масках! Воу! Отличная работа, ребята! И мне удалось тащить нам немного мороженого! Кто за вечеринку с мороженым?